ты, не может быть. Тебе суждено спасти мой народ. Откуда она меня знает? О, это ты! Валка предсказала нашу встречу, но все же не верится, что именно Эйвор спасет наш остров Скай. А ты кто? Вечно ты торопишься, Эдит. Эйвор, Эдит Вельва и моя подруга. Она пришла ко мне за советом. Ее народ терзают кошмары вплоть до безумия. Не знала, что на острове Скай есть поселенцы. Поселения там небольшие, зато много странников. Поэтому дурные сны так опасны. Обычно-то я пытаюсь угадать, пахаря или пекаря сулит в мужья моей кузине сон, где она жует перья. Так, я запуталась. Эдит нужна помощь. И страдает не только ее народ. Как и Вельва, я хорошо чувствую мир духов. И беды со сном коснулись и меня. Боюсь, скоро они придут и в Рейвенсторп. Я займусь этим, но не то, чтоб у меня был опыт борьбы с дурными снами. Это не все. Тебе это не понравится, Эйвор, но, боюсь, здесь замешана Рандви. Может, это ее рук дело? Я лучше всех знаю, где обычно бывает Рандви, и она... она просто не могла этого сделать. Когда кошмары пришли сюда, к нам, я попросила ответа у духов, и мне было видение. Смутное, но я знаю, что видела. Ты найдешь Рандви на острове Скай в некоем месте смерти. Сперва вам придется сразиться, а потом... расстаться навсегда. Это невозможно. Не хочешь, не верь. Единственный способ узнать правду и остановить кошмары — отправиться на остров Скай. У меня свои обязанности, но Эдит тебя сопроводит. Ну что, готова? Мой народ не выдержит дольше без сна. Я узнаю, что терзает твой народ. Кто бы ни был тому виной. Мы на месте. Это остров Скай. Красиво, правда? Куда мне пойти первым делом? Сначала в Килтараглен. Там кошмары начались раньше всего. Если буду нужна, мой дом тоже там.
Здесь какая-то невидимая сила. Здесь мне точно не рады. Thank you.
мне. Я могу чем-то помочь? Ты, кажется... Найди воительницу с косой. Наша погибель. Она крадет сны. Воительница с косой? Это не Рандви. Где же она? У церкви. К северо-западу от города. Я видела во сне. Найди же ее. Пожалуйста. Я хочу спать. Как мой бывший затеял на свадьбе драку. Тут не открыть, только с той стороны. Эй, можешь рассказать мне об ужасных снах, что мучают здесь людей? Что? Рассказать? Обойдемся без рассказов. Сны сами найдут тебя. Они расползаются, как чума. Хуже чумы. Отравляют разум. Красочно, но без толку. Нет.
Странно. Валка назвала видение смутным. В этом тумане было Рандви и кладбище. Или, как сказала Валка, место смерти. Валка была права. Рандви! Нет. Я Кассандра. А ты? Твой противник. Рандви ловко машет топором. Да, получше тебя. А, я больше люблю копье. У тебя тоже не только топор. Откуда этот клинок? Хватит болтать! Похоже, нам есть о чем поговорить. Раз так, ладно. Итак, противник, имя у тебя есть? Эйвор, ты, как я понимаю, из незримых. Не совсем, но восхищаюсь ими. Не хочешь говорить прямо, давай снова биться. Я не из незримых, но у меня есть там друзья. Наши цели часто совпадают. Полагаю, у тебя так же? Я ценю их дары, но не могу верить тем, кто любит тайны да хитрости. Я предпочитаю открытый бой. Я вижу. Ты не сказала, зачем ты здесь? Ведь твоя родина не здесь. А где? Я так много странствовала, что у меня давно нет родины. Но когда-то ею была Греция. Я ищу древний артефакт, из-за которого на этот остров пришла беда. Ты о кошмарах? Вельва сказала, что та, кого я найду вместе смерти, и есть их причина. Та самая Вельва, что приняла меня за Рандви? Видно, у нее был не лучший день. Хочешь сказать, не ты убила всех этих людей?
Они перебили друг друга в выступлении, обезумев без сна. А причина в артефакте, который я ищу. Так-то я давно бы его нашла, но этот туман все усложняет до невозможности. Если тебя обескураживает простое проклятие, что ты будешь делать в мире духов и снов? Проклятие? Значит, ты знаешь тайны этой земли. Я... Ты что-то слышишь? Нет. Слушай, что-то подсказывает мне, что мы должны объединиться. И что же тебе это подсказывает? Ну как же? Ты хочешь прекратить кошмары, я забрать артефакт, их причину. Помоги убрать туман, и мы его найдем. И как после такой встречи я могу поверить, что кошмары насылаешь не ты? Клянусь тебе, я хочу их прекратить. Что ж, объединимся. До поры. Эй, подойди-ка Конечно. Сюда. Сейчас. Ну и сила. Тебе ль не знать. Я ведь едва не прикончила тебя в той схватке. Я мог стать силе. Не удивлена. За время странствий я такое еще не видела. Ты любоваться пришла или убирать туман? Просто пользуюсь возможностью. Я ведь здесь ненадолго. Проклятие снято. Теперь найти артефакт будет много проще. Рада, что взяла тебя с собой. И работать пришлось мне. Ты... И работать пришлось мне. Ты меня раздражаешь, ясно? И теснота тут раздражает не меньше. Давай выбираться. Эй! Свела их с ума. Как и тех, кто убил друг друга у меня на глазах. Уж лучше мы остановим их, чем они нас. Жестко. Но я за. Ты на земле чужого бога! Мы изгоним тебя! Хозяйка Руха! Ты! По-моему, в бою кое-кто из них обращался именно к тебе. Из-за этого артефакта происходят странные вещи. Но раз туман исчез, найти его будет проще. В здешних холмах чужаку не справится. Хм...
Желаешь стать моим проводником? Не так быстро. Я возьмусь помочь, если узнаю больше. Скажем, какой именно артефакт ты ищешь? Чем меньше о нем знаешь, тем лучше. Лучше для тебя. Но ты ведь доверие хочешь? Он исполнен большой мощи. Его оставили здесь старые боги. Если не забрать его, в мире воцарится хаос. А почему на нас не действует сила или проклятие этого артефакта, как на всех прочих? Это сложно объяснить, но такие предметы влияют на людей по-разному. Многих они подчиняют. Возможно, мы обладаем схожей силой. Но хоть у нас нет кошмаров, все равно этой вещи нужно опасаться. Если артефакт такой древний и был оставлен здесь невесть когда, почему беда пришла лишь сейчас? Локи заскучал. Шутка. Честно сказать, не знаю. Эти артефакты можно пробудить. Кто-нибудь мог найти его? Вообще, его мощь многих привлекает. Это искус. Как именно ты хочешь его отследить? Не твоя забота. Поиск таких артефактов уже давно мое призвание. У меня развелось на них чутье. Туман полностью исчез. Будет проще простого. Значит, надо спешить. Что будем делать? Теперь, когда тумана нет, мне будет проще отследить, где артефакт. Однако прежде я, пожалуй, еще раз взгляну на эту церковь. Может, узнаю этот край получше. Встретимся в Топте? Думаю, чтобы узнать этот край получше, мало взглянуть на одну церковь. Ладно. До скорой встречи.